Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. نحن الآن نتجهز إلى تل ملح. بإذن الله ساعات قليلة بكون تل ملح صديق بإيد الجيش العربي السوري. ساعات بس بدنا الدعاء. نمور الجيش العربي السوري. الروح بالدم نرتيك يا بشار. 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 Мы дошли до передовых позиций сил Тигра, которые сейчас располагаются в населенном пункте Кафр-Хут. До Тель-Малах отсюда остается примерно 1.5 километра. Мы подняли в воздух квадрокоптер, облетели окрестности, нашли те пикапы, запись уничтожения которых нам уже передал штаб сил Тигра. Но, честно сказать, я пока не вижу никакого движения, но это вовсе не означает, что там никого нет, потому что за один месяц, пока они хозяйничали на этих территориях, они успели накопать большое количество укрытий, окопов. Небольшие деревни Тель-Малах и Джибин были заняты в июне террористами из группировки Хаят Тахрир-аш-Шам. Они должны были стать плацдармом для широкомасштабного наступления боевиков. Но продвинуться дальше им так и не удалось. В этом противостоянии фронт на фронт против сирийской армии воюет настоящая армия террористов, хорошо подготовленная, оснащенная и мотивированная. Но мясорубка боев в Северной Хаме продолжает перемалывать их силы. Последние недели боевики Хаят Тахрир-аш-Шам старались перехватить инициативу, но первоначальные победы в конечном счете обернулись крупными поражениями. В сражении за Хамамият атакующая группировка была уничтожена за сутки, а попытка наступления на село Кисабия была вовремя пресечена еще на стадии выдвижения ударных групп к линии фронта. Последние две недели перед авиацией стояла задача обескровить прифронтовую полосу террористической группировки Хаят Тахрир-аш-Шам. Боевики должны были ощутить на себе, что любое обслуживающее передовое транспортное средство будет сразу же уничтожено точечными ударами. Протянуть долго без снабжения фронт бывшей Ан-Нусры не мог. Укрепления террористов равнялись землей, а сирийская армия сосредотачивалась и готовилась к внезапному удару. Точное время и направление атаки было тайной даже для старших офицеров. بتوجيهات من سيد النمر راح نقوم بخوض معركة النصر في تل ملح والجبين. هاي تل ملح والجبين أمامنا للقضاء على ما تبقى من حصار جبهة النصر في هذه المنطقة. Снайперские группы сил Тигра заняли свои позиции еще до заката.
А как только солнце скрылось за горизонтом, армейская машина пришла в движение. На дороге между селами Кафр-Худ и Тель-Малах появились штурмовые группы. Вперед пошла первая 72-ка, приспособленная для ведения ночного боя. Первые штурмовые группы прошли уже порядка 500 метров. Сопротивления серьезного пока они не встречают. Вдоль дороги подтягиваются сюда, продолжают подтягиваться тяжелая техника. Параллельно пехота досматривает дома, но без фанатизма, потому что боевики могли оставить много сюрпризов. Спустя примерно 2.5 часа силам «Тигра» удалось окончательно занять Тель-Малах. Террористы отвечали периодическими обстрелами, но изменить положение уже не могли. Очередной прилет. К утру подразделения сирийцев готовились освободить деревню Джибин. От нее до Тель-Малаха по прямой чуть более 3 километров. رقمنا الان بالاقتحام به في تل ملح والان نتقدم باتجاه جبين وفتح الطرقات وانه مصفى تصفيح Сирийцы понимали, что эти 2 небольших села более месяца усиленно готовились террористами к обороне. С воздуха хорошо были видны окопы и земляные валы. Да и к тому же у боевиков было время для установки минных заграждений. Терять на подступах штурмовиков вовсе не ходило в планы сил «Тигра». Поэтому первым они пустили противоминный трал.
التقدم على مهور جبين بفضل نمو الجيش العربي السوري. قمنا التقدم على مهور جبين وتفكيك عدد من الألغام وتم تفكيكها والتقدم إلى منطقة جبين. Террористы Хаят Тахрир аш-Шам бросили на штурм и удержание Тальмалаха и Джибина свои самые отборные подразделения. Боевикам было жизненно необходимо воодушевить своих сторонников. И террористы были готовы оплачивать жизнями эту суицидальную пиар-кампанию. Спустя полтора месяца боев здешние равнины оказались завалены сожженной техникой и трупами самых радикальных из них. Те, кто клялся стоять до конца, был уничтожен. Желающих оборонять Тель-Малах и Джибин больше не осталось. Салам алейкум.